Это какой-нибудь международный звонок. Как? Минута. Пожалуйста, позвоните позднее. The number is not available. Видишь, 909, это какой-то странный. Ладно, все, удаляю его. Да не удаляй. Ну чё, зачем? Смотри, берешь вот так, нажимаешь. Удалить. Нет, добавить. Удалить, удалить. Добавить и написать странный тип. Удалить. Чтобы знать. А как удалить? Добавить контакты, отправить сообщение, набор соединений. Сведения, вызови. А почему нету удалить? Ну дай мне в руки. Удалить где? Где функция удаления? Или в черный тут список? Тут есть только скопировать буфер обмена, либо... В черный список. Изменить номер создать. И вызвать. А удалить здесь нету. А как в черный список внести? Скопировать буфер обмена. Черный список, я не знаю, где здесь. Короче, просто... Короче. Проигнорируй его. А почему не отмечается, когда звонки, где должно отмечаться? Еще раз, Саша. Оно должно заходишь у меня зафиксироваться. Вот. Это вот последние звонки, да? Можешь промотать. Можешь позвонить, вот. Не надо мне звонить. Так, еще раз. Где все номера? Все номера вот. Ну это не те номера, Саша. Ну я тебе восстановлю твой телефон. Вот смотри, короче. Вот это похоже на Стогосена или нет. И там видно, что скот ходит. Не очень, да? Это что, куры, что ли? Блин, да, я типа пытался прорисовать каких-нибудь овец, там, свиней. Здесь похоже, что мужик работает в саду граблей. Вот, похоже, что... Сейчас покажу. Похоже, что это ловит удочкой, ну, с сетью. Похоже. Здесь что-то ремонтирует, типа, корабль ремонтирует. Здесь мечом на этих... бросается этот арбалет, он стреляет. А здесь вот, видишь, зверь. А вот это разве не похоже на здание? Не похоже. А вот это не похоже, да? Сейчас еще, может, покажу тебе. А здесь одни отстойные рисунки. Тут жарко, что ли, здесь? Да наоборот, холодно. Вот смотри, как тебе рисунок. Вот этот им понравился. Более-менее. А поиск как найти? Это видишь, сарай такой. Типа, поиск наверху там. Где? Сюда заходишь, вот, видите имя. А-а-а. Или можешь голосовым ввести и сказать слово там. Смотри. Настя Учинашенко, как мне найти ее? Ну смотри, давай. Смотри. Нажимаем. Не надо нажимать. Алису, что ли, ты вызываешь? Или кого? Настя Учинашенко. Номер телефона. Номер. Вот, нету ее. Она в телефоне твоем. Номер. Или симки во второй. Видишь, сколько деталей, блин, рисовал. Видишь, чудовище морское. Вон мельница и дом. Корабли видно, да? А это, как думаешь, что? На спутник похоже. На спутник. Это типа, знаешь... Мельница идет, и там живет человек себе, типа особняк на небе. Ой, не мельница это. Лестница идет туда. А здесь похоже, что ворота там. И вот там выходит. Так. Стража стоит. А это похоже на Стогосена. Или просто коробки, типа.
На стога не похоже. Просто на коробке, да? Вот еще где-то был рисунок. Здесь типа сдохшие дороги. Там город. Это типа пшеницу я пытался пририсовать. Я здесь пытался нарисовать зверушку вот этого. Носорог, что ли? Да это такое, типа, да, зверушка из игры. Это все персонажи из игры. Здесь, блин, дом. Я попытался пририсовать дом, он не получилось. Из-за того, что... Ну вот это вот мощное же, да? Кто? Здание, башня такая, да? Ну да. Выглядит так мощно. Но это не самое лучшее далеко. Рисунки это были еще. А вот смотри, похоже на шаурму. А, я думаю, ты не знаешь, да? Ну, похоже на овощи, на какие-нибудь вот, типа... Похоже, вот это перец. О, да? А это? Это на баклажан похоже. Блин, наверное... Такая форма у него немножко. Это на самом деле перец такой. А это? Похоже на... Лист какой-то. Петрушки. А вот это похоже на перец? Нет. Нет? Он просто так изогнут. А это? Это на помидор похож. Да, это помидор, да. Ну вот смотри, вот здесь вот, типа держит в руке, видишь? В лаваше завернуто. Типа там всякие овощи, мясо там сложно прорисовать. Вот огурец пытался нарисовать, огурцы два. Вот помидорку пытался нарисовать. Это типа лаваш. Вот типа помидорка. Здесь просто мало рисунков, и они у меня все там, дома, в основном. Но вот этот, блин, самый прорисованный, но что-то никому не зашел он. Самый прорисованный. Вот рыцарь с мечом на этих гоблинов. Вот с арбалетом стреляет в них. А вот это тоже не похоже на башню? Нет. Нет? Ну, типа, стоит такое здание с тремя трезубцами вверх. Блин, не похоже. Похоже только, когда, получается, когда это... Только когда... Сейчас покажу. Да блин. Сейчас покажу. Значит, похоже только когда прорисовано кирпичами, что там. Саша. Кирпичи, да? Mm-hmm. Ты меня слышишь? Что? Вот это похоже? Похоже. Потому что здесь прорисовано вот это вот. Я сейчас собираюсь. А это, видишь, орки, типа. А это похоже на березу. Похоже. Да? Конечно. На березу, да? Потому что здесь такие вот линии, что березовый пенек. А это сосна. Это на самом деле, типа, березу, я только неправильно нарисовал. Короче, у меня больше нет нормальных здесь рисунков. Особо я не рисовал.
Все лучше на компе покажу. А гитара, кстати, играет. Скорее всего, там дождь идет. Давай я покажу Сергею, как гитара играет, чтобы он мечту свою забыл. Он мечтал стать рок-н-ролльщиком. И кем? Но стал хрен знает кем. Вместо того, чтобы осуществить свою мечту, забросил, теперь все, больше не хочет, закоренел мозг. Фига, незаправленная кровать, смотрите, какая, какой я мерзкий. Не заправил кровать. На самом деле просто удобно сидеть, когда вот эта штука под боком. Смотри, короче, сейчас тебе покажу. Блин, потерял. Я потерял эту хрень белую. Послушай, как гитара играет. Я потерял белую хрень. Где-то? Где-то? Где я потерял? Да здесь где-то. Гитара играет. Она ничего не сказала про то, что у нее картошки нету или что-нибудь еще? Нет. Позвони ей, спроси, нужна ли картошка или нет. Ну, позвони. Не хочу даже разговаривать, она с меня орала на меня опять. Ну и нафиг. А ты не... А ты на меня орёшь. А ты не видела, мама, ту штуку, которую ты сделала, белую? Ты не видела ту белую штуку, типа, как медиатор ты сделала, которую... А... Тебе что, надо еще одну, что ли? Да, потому что зачем? Она потерялась. Ты все время теряешь. Только поменьше размер можешь сделать. Короче, она, знаешь, тут можно металл поставить, звук металла, вот, смотри. Клин. Что можно терять-то? Можно поставить металл. Давай попробуем. Какой поставить из них. Они разные, что ли? Да, разные звучания. Давай вот это попробуем. Ну-ка, расскажи. Как он сам играет? Нет. Просто, это шум. Это просто шум. И не теряй больше. Это просто шум. То, что у меня колонка. Надо же ножницы не вырезать. Есть ножницы? Да не, это пойдет. Ну, вообще-то лучше бы ножницы. Thank you.
Хочешь поиграть? А, нет, легкая. Вот, даже играй. Не застрелом лучше, а с рублем. Mm-hmm.
Иди к себе просто, Wi-Fi, иди и зайдешь, удалишь пробку красную.